16 января в администрации города глава провел совещание с руководителями муниципальных предприятий и председателями комитетов. Заместитель главы по экономическим вопросам Антон Шестеряков объявил, что в 4 пункт 17 статьи закона об административных правонарушениях внесены изменения, которые касаются правил благоустройства территорий. Причет наложения административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей и на юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей. Соответственно, в случае совершения указанных административных правонарушений уполномоченными лицами будут составляться протоколы административных правонарушений, будут передаваться в административную комиссию, рассматриваться, но, соответственно, виновные лица будут привлекаться к административной ответственности. Глава, в свою очередь, прокомментировал эти нововведения в законе. Данная статья будет активно применяться на территории муниципалитета. У нас есть много проблем, в том числе неразрешенных. Отдельные недобросовестные граждане, юрлица, пользуясь пробелами в законодательстве. Поэтому сейчас будем все приводить в порядок. Комиссии по делам несовершеннолетних России исполняется 100 лет. 18 января в 18 часов в Центральной библиотеке состоится городское мероприятие «Учить добро и мудрости». Приглашаю всех желающих принять участие в мероприятии. Начался региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Наши школьники на муниципальном этапе набрали необходимое количество баллов для участия в региональном этапе по 9 предметам. В школах у нас до 1 февраля сейчас идет работа по формированию региональной информационной системы государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного, общего и среднего общего образования. И выпускники прошлых лет, а также учащиеся образовательных организаций среднего профессионального образования могут подать заявление на участие в ЕГЭ в Комитете по образованию. В Десногорске дан старт единому голосованию для определения благоустройства общественных территорий города. Комфортная городская среда и проект «Любимый город». По проекту «Комфортная городская среда» необходимо проголосовать за выбор благоустройства в 2018 году общественных территорий. Их 4. Территория городского пляжа, парковая зона между первым и вторым микрорайоном, пешеходная зона третьего микрорайона, между школой 3 и 4 и детскими садами «Ласточка» и «Дюймовочка». И четвертое направление, зона – это парковая зона 4-го микрорайона между приходом церкви святителя Стефана Великоперского и Домом творчества. По проекту «Любимый город» необходимо проголосовать за выбор благоустройства центральной площади города, которая осуществляется по направлениям, по трем направлениям: реконструкция сцены, реконструкция фонтана с освещением, установка детского игрового комплекса с устройством резинового покрытия. Сделать свой выбор можно на сайте администрации, а также на интернет-площадках «Десногорск пресс-служба». Интернет-площадки у нас размещены в Инстаграме, в Фейсбуке, в Твиттере, ВКонтакте. Для удобства жителей города информация размещена на ДСН «Десногорск Лайв». Также можно отправить свой выбор на desnapress@smolensk.ru, это электронный адрес, в котором указать выбор своей общественной территории. Выбор за каждым из вас. Прошу проголосовать. Инфекционные заболевания регистрировались в Десногорске на низком уровне.